К новостям в нашей стране. В Актюбинской области полицейские тормозили водителей большегрузного и транзитного транспорта и предлагали им сделать перерыв в поездке. Акция направлена на снижение аварийности на дорогах. Для этого на 17 участках областных и республиканских трасс, где чаще всего происходят ДТП, организовали дополнительные места для отдыха. Здесь же водители могли получить юридическую консультацию. Стражам порядка помогали школьники. Они раздавали буклеты с напоминанием соблюдать правила дорожного движения. Только за последнюю неделю в регионе произошло 20 ДТП, в которых погибли 5 человек. По данным полиции, одна из причин аварии – водители садятся за руль уставшими. Основные причины ДТП на трассах республиканского значения, отмечу, это у нас автодорога республиканского значения Самара-Чимкент. По Актюбинской области оно проходит 477 километров. Протяженность дороги, во-первых, утомляется водителей и выезжает на встречную полосу движения и превышение скорости. Был случай, что я сам уснул за рулем, попал в ДТП, да, машина сгорела у меня, но все живы. И поэтому сейчас я стараюсь, если начинаю кемарить, останавливаюсь, помылся, пробежался, там разминку, зарядку сделал, все, и дальше в путь.